Всем привет! Владелец на машине попал в аварию. Он решил отремонтировать ее сам. Купил двери, установил, но что-то не сошлось. Зазоры неровные, двери закрываются плохо. Теперь эта машина в моей мастерской. Начинаю ремонт. Сначала разбираю. Нижняя завеса двери немного вмята и выкручена. Давайте начнем. Примеряю заднюю дверь. Закрывается плохо. Корректирую. Теперь отлично. Теперь примеряю переднюю дверь. Регулирую. Снял двери, установил снятые части салона. Теперь окончательно устанавливаю двери. Теперь мне надо исправить часть порога. Для ремонта буду использовать споттер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
порог сделан. Моя работа закончена. На эту работу ушло 8 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!